Как птичка щебечет красиво в лесу. Думала, что получится записать, но, скорее всего, ветер помешал. А боялась испугать птичку своим голосом. Вот. Сейчас иду на полянку. Там, говорят, когда-то раньше была землянка. Еще это во времена войны. Вот. Сейчас уже никаких следов не осталось. Просто подойдем на то место. Ой, тут грибочек. Смотрите-ка. Вот это место я вам еще не показывала. Снова ветер, потому что немножко поднялись повыше. Уже отцветают потихоньку. Красиво сейчас в лесу, все зеленеет, еще зелень такая свежая. Где-то в этом месте землянка была. Тут какие-то остатки, это я не знаю, это что-то современное или нет. Надо спросить будет. Смотрите, какой вид отсюда. Там еще дальше можно как-то пройти по склону горы, но сейчас в горах очень много обвалов. Камни ползут вниз, падают, поэтому не хочу там прям к краю подходить. Одна тропинка, по которой на гору поднимаешься всегда. Вот. Эти полянки, в общем, обзор отсюда шикарный. Море. Вот. Ну и можно вот туда вот дальше проходить, но я уже не пойду. Тут осыпается все. Вот такие виды. Красивые. Горы интересные, они как будто бы такие близнецы такие. Вот, их несколько. И еще дальше тоже. Вот это. Вот. Такая прогулка. Прогулка по лесу. Вот. Сейчас снова в большой поляне. Видим. Вороны каркают. Это не вороны, вороны черные. Их тут несколько семей живет. Я часто видела там по 3 птицы, 4 птицы. То они всегда так дружненько рядышком сидят на горах. Пионы уже отцвели. Прошлые выходные я показывала, как красиво цветут. Вот, а сегодня уже нету. Может быть, только остались где-то, где лес погуще.
тропинка. Вот туда уходит тропинка вверх. Это на вершину горы. Но сейчас уже вечер, поэтому не будем туда подниматься, чтобы не идти вниз в темноте. Саму тропинку покажу. Тоже нахоженная такая. Дальше камни. Вот так, ребята. Весенний привет очередной.